Святослав Левченко! Узнали меня? Кто я? Тамада. Тамада, правильно. Профессиональный тамада. Ну, после того случая на пасеке у меня опухоль спала, дикция выправилась. Но тут звонят мне с телевидения и говорят: вас беспокоит редактор телепередачи о народном целительстве «Махалов крест». Наши ведущие, знаменитый народный целитель Геннадий Петрович Махалов и великая актриса кино Елена Приколова. Вы нам нужны как главный консультант. Тема будущей передачи — ужаление пчелами, за и против. Я говорю: я сразу против. Почему? Я: да потому, что у вас там пчелы будут. Редактор говорит: а зачем нам пчелы в студии? Только зрители будут жужжать. Соглашайтесь, вам, как тамаде, лишний эфир в ящике не помешает. Я и согласился, придурок. Сердце мне подсказывало: не езди на эту передачу. Там такое было вообще, после меня эту передачу сразу закрыли. Ну, в общем, приезжаю на телевидение, заводят меня в студию. Там от Махалов Геннадий Петрович, здоровый такой мужик, но почему-то весь бледный и еле на ногах стоит. Ну, ё-моё, говорит, на сегодня это уже шестая съемка, я больше не могу, у меня голова гудом гудит. Елена Приколова говорит: Геннадий Петрович, ну что поделать, у нас контракт до 1999 года. Махалов говорит: да надоело мне тут с вами балаболить, лянь, бу-бу-бу-бу-бу-бу, как избавиться от геморроя. Да вы гоните тещу из дома, и геморрой закончится. Режиссер сверху из будки кричит: Геннадий Петрович, вы супер, вы лучший, порвем Минздрав, как тузик грелку. Начали. Приколова говорит: здравствуйте, наши постоянные телезадохлики. В эфире передача «Махалов крест». В смысле, Геннадий Петрович. Махалов говорит: ты перекрашена, о, приукрашена, о, покрасневшая. Тьфу ты, блин, прекрасная Елена Приколова. Приколов продолжает. Тема нашей сегодняшней передачи — ужаление пчелами, за и против. И у нас сегодня три гостя. Гость, который за, гость, который против, и гость, который в гробу все это видал. Кого она имела в виду? Меня, что ли? Я, говорит, хочу представить первого гостя. Альберт, благодаря ужалению пчел, он смог избавиться от самого страшного, неизлечимого недуга – от запоя. Выходит мужик, морда, как у опухшего гиппопотама, язык больше, чем рот. Лена говорит: здравствуйте, Альберт. Мужик отвечает: бля, плю-плю. Махалов умирающим голосом: доброго здоровья. Лена: Альберт, правда, что при помощи пчел вы избавились от запоя? Бля, блин. Расскажите поподробнее. Браво! Замечательный рассказ! И с тех пор вы не пьете, да?
Дайте нашим телезрителям какой-нибудь совет. Браво, кричит Лена, замечательный совет. Если кто не понял, я повторю. А теперь, как обычно, совет от Геннадия Петровича. Дорогие друзья, лечебных продуктов пчеловодства много. Пыльца, пирога, прополис, мед и пчелячий помет. Но самый главный продукт – маточкино молочко. Это очень редкий продукт, потому что для этого пчелу нужно подоить. А чтобы пчелку подоить, нужно найти у ней вымечка. А чтобы дергать за вымечка, нужно ухватить доечки. Каким образом, Геннадий Петрович? Двумя пинцетиками. Вот так вот берем пчелочку и аккуратненько доим. Ай, люли-люли-люли, ай, люли-люли-люли, ай, люли-люли. Браво, это прямо-таки нанотехнологии. А сейчас Геннадий Петрович покажет нам, как надо доить пчелу. Пчелу в студию. Я было хотел возмутиться. Выбегает ассистент режиссера и так шепотом говорит: пчелы нет. Махало, слава богу. Сейчас, сейчас муху покрасят и вынесут. Целитель возмущенно: да вы офигели, у мухи вымени нет. Режиссер из будки кричит: срочно на пасеку за пчелой! Лена говорит: а я пока хочу представить вторую гостью. Гарпиногея. Она считает, что страшнее пчел могут быть только пьяные пчеловоды. Мне бы тут бежать, но интересно стало. Выходит женщина, по виду один в один Альберт, только кверх ногами. Гарпиногея, расскажите, что с вами произошло? Бедная женщина отвечает: у меня были морщины на лице, и мне захотелось подтянуть кожу. Когда мы с мужем были на пасеке его деда, я попросила его достать из улья пчелу и посадить мне на затылок, чтоб кожа на лице натянулась. И вы знаете, это у него дар божий. Он умудрился из кучи пчел вытащить матку. Ну, а дальше вы представляете, да? Сажает он матку мне на шею, а за нею подрывается весь рой. Причем вместе с ульем. Такие свирепые рожи порвали нас с мужем, как тузик грелку. Правда, Альберт? Альберт отвечает: бля-бля. Лена говорит: какая замечательная история. Геннадий Петрович, что вы можете посоветовать Альберту и Гарпиногее? Я бы посоветовал бы Гарпиногее и Альберету, чтобы арбалет и Гарпиногея не шлялись по пасекам.
Пусть лучше гарпиногея и этот послушают, как правильно укушиваться пчелками. Что, в камеру говорить, да? Ой. Если у вас радикулит, нужно посадить пчелу на спину. Если сердце болит, на грудину. Если артрит, на пальцы. Если простатит... то вам явно не фартит. Там серьезные дела, и нужна 21 пчела. Ну, а если и морой, тогда нужен целый рой. Его сажаем на крестец. Больной наш будет аурец. Браво, замечательный совет! А сейчас долгожданная дойка пчелы. Выбегает ассистент-режиссер и выносит. Нет, не пчелу, а целую 5-литровую банку с пчелами. Чего зря переться на пачку из одной пчелы. Мы с запасом взяли. Вдруг одна не дойся, другая бодайся, третья легайся, четвертый нечаянно во имя оторвем. Целитель возмущенно. Ну и где я в этой банке дойную пчелу найду? Лена говорит, Геннадий Петрович, а может мы Альберта попросим найти? У него же дар божий. Гарпиногей говорит, если Альберта, я лучше домой поеду. Я говорю, а можно я тоже с ней за компанию? Приколова, кстати, а вас я хочу представить третьего гостя. Профессиональный тамада. Расскажите, как вы попали на чужую пасеку? Я отвечаю, да как, жених, ну, жених, придурок. Нажрался. Поехали, говорит, к моему деду на пасеку. Митку пососем. Тут Альберт встрепенулся. Ё-моё, тамада. Гарпиногея глаза пальцами разлепила, говорит, а да я смотрю, мне личико ваше знакомо. Я говорю, а мне что-то ваши личики незнакомы. Ну как же, мы же нашу свадьбу вели. Я вот, например, невеста. Альберт говорит, а я Денис. Я говорю, ах вот оно что, говорю, а помнишь, Денис, как за нами бугай лысый погнался. Тут бледное лицо Махалова краснеет, глаза кровью наливаются, как у быка. Так вот, говорит, кто тогда мою пасеку раскурочил. От повезло, лянь, вся шайка в одном месте. Всех вас гадал, порву, как тузик грелку. Лена его давай останавливает, говорит, Гена, ты что, разве можно бить людей? В студии. Может, мы просто покажем на них, как лечить простатит и геморрой? И тут этот, блин, Мольберт со своим божьим даром подрывается бежать из студии и нечаянно задевает банку с пчелами. Банка в дребезги, а пчелы в студию разлетаются, как конница Чингисхана. И давай в прямом эфире ужалением заниматься. Ну, нам, конечно, как старым знакомым, без очереди досталось.
синяк тут же, рожа распухла. Шторки на глазах закрылись. Слышь, только режиссер из будки орет: гениально! Такого в эфире еще не было. Это же премия «Оскар». Порвем все каналы, как тузик грелку. Приколовский голос говорит: уважаемые телезадохлики, ё-моё, теперь, когда пчелы на свободе, ё-моё, Геннадий Петрович покажет, наконец, ё-моё, как надо доить пчелу. И махаловский голос: дорогие друзья, ё-моё, прежде чем отбить ассистенту режиссера пальцы, а самому режиссеру, ё-моё, хочу сказать об одном: пчелу, ё-моё, доить несложно, ладно, ё-моё, не перепутать вымя жалом. Иначе пчелки будут доить вас. Ай-я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 й-